В этой квартире гостям были всегда рады. В качестве угощения посетители приносили наркотики, в основном так называемую синтетику, которой охотно делились хозяевами. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Впрочем, обитатели притона своих пристрастий и не скрывают. Употребляете? Да. Как давно? Пару лет. Пару лет. А что употребляете? Соль, дифедрон. Тоже употребляете? Да, периодически. Как давно? 8 лет. Что употребляете? Соль. В квартире полицейские обнаружили шприцы и устройства для употребления наркотиков. На сленге знатоков запретных удовольствий оно называется бульбулятор. По факту организации и содержания наркопритона следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.